Всем привет! Сегодня мы с вами пробежимся по новому ивенту, который называется Imagination, что в переводе «воображение». Вы только посмотрите, какие мы призы можем получить в этом ивенте. Очень крутые наплечники, офигенно длинный хвост и шлем. Монстроподобный шлем. Очень классно выглядит. И для того, чтобы нам их всех получить, нам необходимо перейти вот по этой вкладочке. И здесь мы с вами видим три плейса, на которых спрятаны эти вещи. И давайте начнем, наверное, с самого первого. Это динозавр-симулятор. Начнем. Ну вот, мы перенеслись в мир динозавров. Давайте же нажмем на кнопочку Play, и нас встречает маленькая иконка, где описано, что нам необходимо собрать 10 изотопов, чтобы получить хвост динозавра. Ну что ж, давайте отправимся на поиски этих изотопов. Вы, наверное, сейчас меня спросите, а что за изотопы? А как их искать-то? Я даже не знаю, как они выглядят. А все просто, ребят, смотрите сюда. Вот так вот примерно выглядят изотопы. Ну, я надеюсь. И мы еще пока не собрали ни одного. Ну что ж, воу-воу-воу-воу-воу. Так, тут кого-то пожирает. Надо отсюда свалить, а то нас сейчас вместе с этой тушей сожрут. В этот плейс я играю впервые. И я понять не могу, у нас снизу написаны метры до чего-то. И вот сейчас 6-5 метров. Это как-то зависит от того, куда я бегу. А, ребята, я допер. В общем, вот этот метраж, он обозначает значение, точнее, расстояние от моего курсора. Сколько моему динозаврику бежать до моего курсора? Если я наведу на своего динозавра, то метраж станет нулевым. Зачем эта фишка нужна, я вообще без понятия. Так, ну а где же наши изотопы? Я уже приличненько так пробежал и пока ни одного не встретил. Давайте попробуем забраться вот на эту вот сопку, и может быть с нее будет обзор побольше, и наверняка мы чего-нибудь с вами найдем. Слева внизу написано, сколько дней существует наш динозаврик, уже 2 дня прошло. Странно как-то, как быстро время летит. Ух ты, изотоп. Вот он, ребят, как выглядит. Один мы нашли, наконец-то нам осталось 9 штук еще набрать. Надеюсь, что теперь все будет проще, так как мы знаем, как они выглядят в игре. Рисунок и то, что мы нашли в игре, они, конечно, отличаются, так что... О, еще один! Пошла жара, пошла! Сейчас мы быстренько все это дело соберем. Ну, я надеюсь на это, по крайней мере. Прошло, ребята, уже 3 дня. 3 дня в этом мире динозавров. И что-то меня приспичило пожрать. Если я не пожру, то я сдохну. И кажется, что вот эти динозавры, они, кстати, питаются не мясом. И, походу, зря я тут потрошу эту птичку. Да, точно. Они едят в основном растения. Так, надо где-нибудь растение найти. О, изотоп. Кстати, изотопов мне осталось всего 3 собрать. А вот и растения. Сейчас поедим. Фух, отлично. А то я думал, что я раньше времени с голодухи помру. Живот набит, и осталось найти еще 3 изотопа. О, уже 2. Уже 2. О, вы посмотрите, на какую удачную полянку я забежал. Здесь просто дофига изотопов. Можно сказать, что все изотопы мы уже собрали. Сейчас вот последний соберу. О, сейчас выскочит табличка с поздравлениями. Да, теперь мы с вами стали обладателями длинного зеленого хвоста от монстра-динозавра. Ну или от монстра, или от динозавра, решайте уже сами. А я пошел добывать следующие 2 предмета. Постараюсь выложить все сегодня. До встречи!